Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Беловила», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется аксессуар для пожилых людей и те, у кого проблемы с ходьбой, которые немного прихрамывают. Это палка, которая позволяет удерживать равновесие, снимать нагрузку с тазобедренных суставов. Ну, называется это «Микросити». Палка Леки от немецкой торговой компании Леки. Это, как вы видите, складная палка, которая состоит из трех составляющих. Одна, вторая и вот третья часть палки. Это позволяет легко ходить по улице с легкой палочкой. У палочки есть хорошая ручка, которая имеет прорезиненную часть одну, верхнюю прорезиненную часть. Мало того, она еще перфорированная. Рука, если будет потеть в летний период времени, она не будет скользить. А вот эта вот гладкая часть из пластика довольно-таки приятно лежит в руке. И одновременно она легкая. У палки есть дополнительный ремешок, чтобы можно было легко держать на весу. Палка сама по себе весит немного, потому что она из алюминия, вес ее 250 грамм. Как мы видим, это довольно-таки легкий аксессуар для людей, которые имеют проблемы с ходьбой. Также стоит здесь пластиковая хорошая, пластиковый хороший наконечник, который в свою очередь имеет возможность меняться. Немецкая торговая марка Леки предоставляет возможность менять ее с острыми зубцами, тем самым можно ходить в зимний период времени, опираясь на ледяную поверхность, тем самым устойчивость гарантирована. Если вам понравилась данная палка от торговой марки Леки, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин, мы всегда готовы вам помочь, подсказать. Материал палки очень надежный, прочный. И если у вас какие-то вопросы возникли, обращайтесь в наш спортивный магазин. Палка Микросити от торговой марки Леки. Всегда готовы выслушать ваши предложения и пожелания. До свидания.